от винта. Здравствуйте! На фоне украинских событий роста цен на продукты и бензин как-то очень скромно, по-тихому, буднично прошла информация о появлении новой, в буквальном смысле слова, смертельной разновидности наркоты. Сургут, Киров, теперь вот и Екатеринбург. Здесь жертвами синтетической отравы стали уже сотни человек. Причем уровень смертности среди потребителей новой убийственной дури просто поражает. Если эта гадость будет распространяться такими же темпами, то лихорадка Эбола, похоже, станет скоро восприниматься как банальный насморк. Тем более, где это Африка с Эболой, а где наркота. Грубые синтетические наркотики, которые изготавливаются чуть ли не на коленке, обеспечивают их потребителям жесточайшее нарушение психики, вплоть до летальных исходов. Надо сказать, что у специалистов до сих пор нет единого мнения, какой конкретно химией травятся наши граждане. Но по самой распространенной версии речь может идти о новой разновидности синтетических каннабиноидов. Но дело здесь не в самой химии, а в том, что отрава эта спокойно продается через интернет под видом всяческих спайсов, курительных смесей, солей для ванн, а особо ушлые барыги малюют номера телефонов на стенах. Звони, не хочу. А результаты? Вот они. По данным областного центра острых отравлений, за два последних месяца рост отравившихся спайсами и солями увеличился на 50%. Дошло до того, что даже в здание нашего суда пытались пронести наркоту. Что дальше? Возникает ощущение, что все мы уже свыклись с наркоугрозой и не реагируем на нее. Вот уже отменяют наркотесты в школах и вузах, а былая агрессивная риторика в отношении наркобарыг и их приспешников сменилась успокаивающими обывателя реляциями об отдельных победах на фронтах борьбы с наркозаразой. Ату ее, ату, наркоманию-то, долой! Но очередная компанейщина в этом деле гарантирует всплеск смертей и рост доходов для наркобарыг. А относиться сегодня к наркотикам надо как к национальной угрозе, стоящей в одном ряду с терроризмом, со всеми вытекающими оттуда и втекающими туда. Так что даешь здоровый образ жизни и от винта.